Сегодня очередной ифтар. Сейчас будем попить водички, покушать три финика, потом праздник живота. А что ты думаешь, когда рассказываешь? Так, сегодня у нас думлема по-бухарски. Приготовил наш шеф-повар, наш партнер. Следующий, у него золотые руки. Говорят, талантливый в одном, талантливый во всем. Вот такой наш Худайбер Саитович. Конечно, очень жалко, что вы не можете почувствовать запахи. Вот этот аромат, даже запахи тут язык не просится. Аромат этого удивительного блюда. Вот это все заливается бульоном. Да, сверху бульон. Это обычно на один стол, да. Обычно двое, трое. Все, одно блюдо уносим. Бисмилля. Так, понюхайте все. Насладитесь ароматом. Да? Думлама по-бухарски. Это поставим перед сестрой нашей. Анисапа. Первую партию вот я отдал женщинам, вы видели. Моим старшим сестрам. Вторая порция. Мы поставим перед собой. У нас говорят тамнекул. Тамнекул — это вкусные руки. Вот у нас такой Худайбер Саитович, у него вкусные руки. Пойдем, будем в этом убеждаться. Второе блюдо ставим сюда. Так. Вот наш Худайбер Саитович приготовил еще одно блюдо. Плов по-бухарски. Плов бывает многих сортов, разных сортов. Но я думаю, что самый вкусный, конечно, плов по-бухарски. Он специально для этого привез все ингредиенты прямо с самой Бухары. И рис, и морковку, все здесь он привез с собой. Да? Масло. И масло привез с собой. Хлопковое масло специально привез из Узбекистана. Был такой фильм «Ташкент, город хлебный». До сих пор он такой. Все самые вкусные блюда, конечно, из Средней Азии. Сейчас смотрите, мясо накладываем. Это плов по-бухарски. Ну такой думлама вкусный. Нереально вкусный. О, не то слово. Как лекарство для нас. Это вкус детства нашего. О, да. Сам классный.
пока сколько там объездили. С Японией не очень понравилось.